Добрый вечер, дамы и господа. Барири Ко, Аргели Баракамнер. Мы рады приветствовать вас в этот праздничный день. Давайте поаплодируем тем, кто подарил всем нам этот вечер. Конечно, это посольство Республики Армении в Российской Федерации. И компания «Шарм». Слушай, а куда подевался мой текст, а? Ты бы еще спросила, куда подевалась колбаса за рубль 30. Град, ну что ты все время ворчишь? Алика, перед моими глазами, я тебе сказал, прошла история. Я даже помню, что пел Иосиф Кобзон. Дорогие друзья, встречайте Иосиф Кобзон! Личных друзей очень много у меня в Армении. Я туда приезжаю, ну, как будто бы приехал на праздник в семью. Ervele şurjez garun yef nazome keçin Gardan arevner burun merham fur naraçin Zebur ne hagun teferun var seret mehmi gurgurun Kerknom yerkiz het şaronak imanuşim ya Kez novem yes mi ayna prumo shenchun Im shurteris anun ne komisht henchun Do im seru aref im berkrank Im anoshim miak Ty всех милей и нежней Ты прекрасней всех Мне с каждым днем все нужней Слышать звонкий твой смех Я лаской твоей опьянен В улыбку твою я влюблен Ты сердцу, как напев соловья Грусть и радость моя Свою любовь я пронесу сквозь года С другой я счастья не найду никогда Ты сердцу, как напев соловья, грусть и радость моя. А ты свой внутренний голос слушаешь? Да, каждую субботу в прямом эфире. А я свой внутренний голос не слушаю. Как это? Понимаешь, он мне все время говорит, Армен, встань, пойди туда. Армен, принеси это. Я его игнорирую. Почему? Слушай, потому что я не Армен, я Грант. Ну хорошо, а что сейчас говорит твой внутренний голос? Вот сейчас мне внутренний голос говорит, Грант, повернись. Подойди к Алике, обними ее, ну? Поцелуй. Ой. Ну что? Я опять слышу слово «Армен» и не могу, понимаешь? О, Господи, а! Ну, жаль, что ты его игнорируешь, очень жаль. Ну, ничего. Ты знаешь, я думаю, что у нас с тобой красивый дуэт, правильно? Мне кажется, да. А как зрителям нравится наш дуэт? Мы пойдем это выясним, а сцену предоставим более молодому дуэту. Пусть они поют. Пойдем, я тебе про внутренний голос расскажу. Дорогие друзья, сейчас мы поговорим пока с Грантом, а вы встречаете Иракли и Эми. Стоп, 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 Паша, стоп.
После такого мы тоже будем обязаны жениться. Конечно же, мне очень нравится этот концерт, очень приятно мне принять здесь участие. Мне дали послушать несколько армянских песен, и мне очень понравилась именно вот эта «Лесная кищать». Грант, скажи, да? Пожалуйста, что означает слово «яр»? Яр? Да. Любимая. Странные какие-то вы армяне. Почему? Ну почему такая любовь к минеральной воде? Откуда ты это взяла? Ну как, вот смотри, вот здесь написано «Нарзан им яр». Ахчичан, это не «Нарзан им яр», это «Назан им яр». Ну и что? Ты эту историю не слышала? Нет. Как, ты не знаешь этой трагической истории? Нет, не знаю. Совсем недавно один армянский мальчик полюбил одну армянскую девочку. Он был продавец абрикосов, приезжал в Москву, продавал свои абрикосы. Они полюбили друг друга, потом был неурожайный год, он не приехал. Она вся потерялась, уехала туда в горы, его искать, искала. Назан, Назан, так звали этого мальчика. Где ты, Назан? Вот такая истерзанная Назаном девочка. Да, вот любовный треугольник. Любовный треугольник? Да. А при чем тут любовный треугольник, если их только двое? Нет, он, она и наши горы. Ну,
тогда про это нам и споет Юлия Началова. Мне это безумно нравится, элементы восточного песнопения, потому что там есть та техника, которой пользуются наши R&B, соул, исполнители в Америке и все такое. Я считаю, что очень много всего можно почерпать. Помню, мы в школе с подружкой убегали с уроков, уходили в садик, целовались. Бегали в садик, целовались. Господи, как романтично-то. Ничего в этом романтичного нет. Я бегал, а она целовалась. Ну да, что не сделаешь ради первой любви. Знаешь, говорит, в старину у некоторых императоров даже было право первой любви. А вот у Александра Буйнова это не право, а песня. Песня первой любви. Александр Буйнов. Теперь я рад, что у меня появилась еще классная песня и на армянском языке, и наполовину по-русски. И вообще мне очень нравится, что армяне первыми догадались сделать такой проект «Ереван-Москва-Транзит». Это здорово.
Ну, тогда я должен сделать заявление. Айси Раждаган Гадага. Вагумен Ереван Москва Каки. Айн Рашта Сернри Хамар Ворон Харкумен Усирумен Ераштутюне Арно Бабаджаляни. Представляете, как приятно сегодня быть здесь вместе с вами. А сейчас я хотел бы представить замечательную девушку, которая нас и всех остальных сподвигла на то, чтобы мы сегодня здесь были. Это музыкальный продюсер этого замечательного проекта. Такой продюсер, такой музыкальный. Араксия Мушиган! Are
твоего огня. Солнцем от меня ушла ты, но вернись луной. Родником не дай заплакать на пути твоем. Сердце расцвело, как роза, в небе майском снова грозы. Свежий ветер, что над морем, ты ее найди. Вай-ле-ле-ле, вай-ле-ле-ле, мне твоя улыбка пела. Ветер странствий, что над морем, ты его найди. Все начиналось с записи одной песни. И потом уже по накатанной пошло. Уже один артист заразил другого. Нам самим стало интересно, мы втянулись. И пошло, и поехало. Практически, я могу от себя лично сказать, что все те артисты, которых я очень люблю, уважаю, это мои друзья и коллеги, я очень рада, что все с такой любовью приняли участие в этом проекте. Эзертнели шенкенер, луса бацева. Айсер кирякинер, вокчун орпайцар. Арвинен зеркнем язык ту, хенкам уначколен ясану. Евсерове мачкерит на юг, и мангин. Ша-л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 а
Все сердца распахнуты нам воскресным днем. Посмотрите, радуйтесь, все поет кругом. Солнцу я ладони протяну, ветру озорному подмигну и в глаза твои я загляну. Хорошо. Ла-л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 а. И в глаза твои я загляну. Хорошо. Сирт не мишт кончун серти, айс писи ми ой. Топали мишт мерчантин, луйса бахта бор. Аревинем зертнем ес мы туп, хэркам унач колен ес ану. Евсе робе мачке рит на юг, и мангим. Ла-л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 а. Евсе робе мачке рит на юг, и мангим. Я ладони притяну, ветру озорному подмигну, и в глаза твои я загляну. Хорошо. Ла-л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 а
Сергеем. Ты знаешь, Арика, давным-давно
вот еще в 18 веке, ага, когда люди не знали, как поставить видеомагнитофон на запись, армянский поэт Ашух Саят Нова пел свои песни на трех языках. Одновременно? Ты что, дорогая, почему одновременно? Ну, как можно одновременно петь на разных языках? Ну, Гранджан, Саветанем, а разве можно Саят Нова петь только на одном языке? Эс инчисесум. Многоуважаемая Алика, Саят Нова пел их на разных языках, но так, по очереди. Аргелий Грант, а Леонид Агутин поет одну песню, но зато на языке Саят Нова. Саят Нова? Айо, Саят Нова, Леонид Агутин, Чка Кезин Ман. У меня очень много друзей, очень много хороших друзей, музыкантов, режиссеров вообще из интеллигенции, просто хороших людей, бизнесменов и так далее, из Армении. Я очень уважаю эту культуру и музыку, и, конечно же, просто не мог не принять участие в этом замечательном проекте.
Леонид Агутин. Леонид Агутин. Леонид Агутин. Алика, а ты знаешь, что такое тост? Конечно, знаю. Это то, что едят по утрам с маслом и с джемом. Ахчи, нет. Тост – это то, что произносят. Шашлык, бокал вина. Грант, скажи, пожалуйста, а бокал вина нужен для всех тостов? Конечно. А если тост за тещу, тоже с бокалом вина? Да, тещу, за тещу с чем угодно. За тещу, за добрую ее память. Всегда надо пить. Ануш! Вот ты сказала Ануш. Да. Вот всегда, когда говорят Ануш, потом идет музыкальное сопровождение, понимаешь? И сейчас оно будет? Конечно. Притом будет исполнен в таком, знаешь, кавказском дуэте. Итак, кавказский дуэт Сосо Павлиашвили и Сона. Грант, я знаю, что в Армении есть такой праздник Вардавар. Да. Когда на улице все обливают друг друга водой. Да. Это правда, да? Нет, неправда. Как? Обливают, но не всех.
Вот, например, депутатов, министров, этих иностранных послов не обливают. А меня облили бы? Ты что, с удовольствием? Да. Обливали бы и кричали, кричали. А зачем кричать-то? Не, кричать будут не они, кричать будешь ты. Почему? Потому что в Ереване очень холодная вода. Очень. Ну что ж, дорогие друзья, об этом, наверное, и поется в песне о ереванской воде. Ереване Джур. Встречайте Алиса Мо и Арамон. Ay saçlarım ağ bürle kan, ucere kan şar. Ay zürişe in Yerevan, cürde katrahan. Nasır unum kian kentalis, manu kin sitzah. Urne merlum sirahadi, kökşan kovir pah. Շահետարի սահիկներին դարնում շատրվամ, չէ ուրիշ է շատ անուշ է ջուրըտ երևամ. Սեսիս Քրիստայու պրախլադի նամ պայոց վանտամ, Սլայշին եվ վատի նա սվետի դիմը երևամ. Որսկու վլագի տրագացենի պատնիսու կուպամ, իսկաշու տեբե սպասիբա դիմը երևամ. Драгоценной поднесу губам и скажу тебе спасибо, ты мой Ереван. Эй, чам душа пахес, Ереван и Джур. Эй, чам муси шахес, Ереван и Джур. Коме чам рам такаревне, амен ор хайту. Сира харвацах чикнери, намане жаптун. Երջանքության ծիացան ես դարնում ամենուր, դու զուլալ ես, դու պայցար ես, դու իմ կյանքն ես ջուր. Ճանին ծանին ջրի, ծա-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 
Darnum shatarvan Me heqi pesmisht Makure gjure pjerë e van Qahetari sahik nerin Darnum shatarvan Me heqi pesmisht Makure gjure pjerë e van Me heqi pesmisht Makure gjure pjerë e van Me heqi pesmisht Makure gjure pjerë e van Алика, а ты знаешь, как будет называться группа «Сливки» после посещения солярия? Как? «Черносливки». Гранд, а ты знаешь, как они будут называться после того, как покатаются на американских горках? Как? «Взбитые сливки». А ты знаешь, что поют армянские кришнаиты после выхода в свет проекта «Ереван-Москва-Транзит»? Хари Кришна? Нет. Хари Рама? Нет. Сари Лала. Встречайте вокально-инструментальный ансамбль «Сливки». «Сливки».
чтоб в жизни играла, чтоб водой родник был полон. Расцвела весна на сердце, ищет губы поцелуя. Ты приди, приди скорее, Сарилала, нет милее. Ты приди, приди скорее, Сарилала, нет милее. Спасибо большое, с праздником вас! Работаешь на сцене с большими артистами, вот с хорошими исполнителями. И, естественно, там вот кто-то чуть-чуть опоздал, кто-то куда-то спешит. И поэтому, когда все время переставляется, и надо по ходу менять какие-то текстовые вещи, и нам в Салике было несколько тяжелее, конечно. Вот, так что, ну, надеюсь, что мы справились. Рядом со мной на сцене просто стояла очень красивая женщина и очень талантливая, главное. И с Аликой очень легко работать, потому что, я говорю, какие-то вещи вот менялись по ходу, и это на месте спонтанно так принимались решения, что было очень легко. Была традиция. Неверных жен сбрасывали со скалы в ущелье. А в Армении таких традиций нет? Нет, ну что ты. Мы, армяне, с неверными женщинами поступаем по-другому. Мы их просто бросаем. Но не в ущелье, нет. Мы же не варвары. Как можно женщину бросать в ущелье? Этим мы испортим всю нашу экологию. Ну хорошо, а если наоборот? Армянский мужчина изменяет жене. Не изменяет. Никогда не бывает с другими женщинами? Нет, с другими женщинами он тренируется. Я не понимаю, как это, о чем ты? Потому что мы всегда, когда видим красивых женщин, говорим «Сирюн, Сирюн,
Сирюн. Оф, Сирюн. Я теперь понимаю. Я теперь понимаю, почему Володя Пресняков, вернувшись из Еревана, всех называет сирунами. Ну вот видишь. Ну что ж, друзья, встречайте. Владимир Пресняков. Пресняков и Арация. А знаешь, Грант, что делает настоящий армянский мужчина, когда в знойной пустыне встречает двух блондинок? Когда-то знал. Нет, нет, Грант, нет, это не то, о чем ты думаешь. Он поет вместе с ними. Та-та! И группа «Рефлекс». Я
К этому дню наша компания шла очень долго, и я на самом деле хочу поблагодарить всех тех людей, которых мы сегодня не сумели увидеть на сцене, а все те люди, которые работали. Это дизайнеры, режиссеры, звукорежиссеры. Это те ребята, которые просто прошли очень трудный путь в течение всего одного года. Им было очень трудно, я знаю. Это были и переживания, и подъемы, и просто я их... И всех хочу поблагодарить от всей души. Большое им спасибо. И всех артистов, которые приняли участие в этом концерте. Аленька, ты знаешь, вот мне опять чего-то не хватает. Что такое? Я не понимаю. Ну вот опять стало пусто, опять я вспомнил о своем внутреннем голосе. Господи, ну что на этот раз он уже говорит тебе? Ты знаешь, он мне опять говорит, на этот раз уже нормально. Говорит, Грант, подойди к Алике. Обними. Говорит. Мамочка. Поцелуй. Ну давай уже. Целуй. А вот теперь мне хочется петь. Грант, и мне, конечно же, хочется петь. Я с тебе говорила, у нас с тобой получится прекрасный дуэт. Thank you.
Ке самаре, я самана. Байстерш нуме на изу, антаворе у балур. Им знаю ментапур. От чего так петь охота? Праздник в городе моем. Мы танцуем под веселым, под весенним дождем. От чего мне дождь напомнил той сирени аромат? Слов не зная, подпевает острый кайф папа. А чего так бьется сердце и кружится голова? Это маме напевает наши песни слова. И мальцы серахах чебах тянги. Серес, только серед горко хаким вот пьянке. Им береве ортан сэте, пать пасу мену ваху. Еднаю ме цица хуми, вортершу ме взрыц. Як мангак, мігасін, Єревані поход знайо. Гаганді пей, урах заварта гельмеш, У катак ялов ці царело, Теп теві матац, Кекайленку єркенк, Цензалі кянка меш. Гаганді пей, хеза чигуна чітнер, У катак ялов ці царело, Теп теві матац, Кекайленку єркенк, Єрджані горе. Усері меч, шаху мезду, хабьоска путь, єдни нерко. Состоялся этот праздник. Это посольство Республики Армения.